На самом деле Дебирс очень сейчас держит уровень цен на алмазы, потому что добыча алмазов, то есть, как говорится, достаточно, ну, для ювелирной, достаточно много производится, и искусственно, то есть не выбрасывается на рынок природные алмазы. То есть, и котируются как раз вообще синтетические вот эти кристаллы, то есть и алмазы, и вот у нас выращивают и рубины, и изумруды, они все равно, то есть, котируются меньше, ну, вот, чем природные. Природные всегда дороже, потому что они более уникальные, они всегда с изюминкой, а природные, ну, то есть, искусственные, это, ну, они и есть искусственные. Ну, здесь как раз вот то, что Алексей рассказывает, основная цель то есть, действительно получить алмазы, которые вот могли бы заменить кремний. Почему? Проблема сейчас в современных компьютерах – это теплоотдача. Вот. И нужны вентиляторы, нужны вот, системы охлаждения достаточно эффективные. Алмаз очень хорошо сам отдает тепло, то есть хороший теплосъемник, поэтому его меньше надо охлаждать. Конечно, очень хорошо, когда Андрей Амирович сегодня добавляет, рассказывает. Но когда вы будете на Олимпиаде, уже извините. К сожалению, меня в этом году не будет. Там все будет. Они еще